Хочу вам представити вже знайому для вас гостю, косметолога Оксана Мігіда завітала до студії «Нового дня». Доброго ранку, Оксаночка. Доброе утро. Сьогодні будемо з вами говорити про весняний догляд за обличчя. Ми це вже анонсували нашим телеглядачам. Ось справа в тому, що пройшла зима, у нас був один догляд за обличчям, який ми з вами вже казали, ваші поради щодо масочок, щодо корисних кремів, тоніків. А з чим відрізняється догляд взимку від догляду навесні? Совершенно верно. Спасибо, что вы помните, что мы с вами уже обсуждали уход за кожей лица в зимний период. Действительно, прошла зима. Зима – это прекрасное время года, но в то же время это большой стресс для нашего с вами организма, в том числе для нашей кожи, потому что кожа, в первую очередь, она подвергается стрессовым ситуациям, и затем на ней видно все вот эти вот неприятные последствия. В первую очередь, что происходит? Перепады температуры, холодная температура, мороз, ветер – все это негативно влияет на нашу кожу, она становится более восприимчива, более чувствительна, на ней появляется шелушение, появляются неприятные покраснения на коже, и девушки сразу бегут в магазин, покупают себе какой-либо крем для того, чтобы это все убрать. А ось будь-який крем, наскільки я розумію, не підходить. Взимку ми обирали поживний крем, який допоможе поживити нашу шкіру корисними речовинами. А ось що ми обираємо навесні? Тому що я знаю, що ми такий вид крему обирали взимку для того, щоб попередити якісь холодові обмороження, для того, щоб від вітру її захистити. Від чого будемо захищати навесні і що обираємо? Совершенно верно. Ви все розказали дуже правильно, що дійсно питательним кремом ми пользуємося тільки зимою. Для того, щоб захистити нашу кожу від роздражаючих внешніх факторів. Тобто питательний крем був своєго роду захистою для нас від холодного воздуха, мороза, вітру. А весною і літом ми з вами переходимо на увлажняющий крем. Вони відрізняються тим, що питательний крем, він більш плотний, він більш жирний. А увлажняющий крем, он имеет более легкую текстуру. Я вам рекомендую, приобретите себе, пожалуйста, увлажняющий крем в аптеке с витаминами. Допустим, если в составе будет витамин А, это прекрасный, он обладает прекрасным регенерирующим действием. То есть он уберет вот это вот шелушение и легко и быстро обновит вашу кожу. А витамин Е является хорошим увлажнителем. Щодо витамінок, цікава тема. Я думаю, що для багатьох така нагальна проблема, як весняний авітаміноз. Наша шкіра також від нього страждає? Конечно, потому что особенно сейчас, когда ко мне на прием приходят девушки, сразу видно, ну, у многих из них это тусклое лицо, это немного серое лицо, лицо имеет вид уставшее, невыспанное, и, конечно, мне сразу хочется в процедуры включить что-то витаминный, какой-то комплекс для того, чтобы витаминизировать лицо. В домашнем уходе, конечно же, вы можете приобрести себе в аптеке маски с витаминными комплексами. Напомню в двух словах, что для нормальной и для сухого типа кожи мы покупаем маску на кремовой основе. То есть маска должна как крем наноситься на ваше лицо. Для жирного типа кожи мы покупаем маску на глиняной основе. Такая маска будет подсушивать вашу кожу и немного стягивать ваши поры. Маску мы наносим один раз в неделю на 15-20 минут. И вот если мы с вами затронули уже последствия после зимы на коже, да, вот эти вот неприятные раздражения, шелушения, чувствительность, пожалуйста, приобретайте себе в аптеке косметические средства для чувствительного типа кожи. Таким образом вы не навредите своей коже, она наоборот, ей только поможете. А ось хотілося б дізнатися, ми обираємо для чутливої шкіри, а ось щодо гіпоалергенності цих масок, тому що вітаміни не кожному можуть підійти, необхідно пройти якийсь тест попередньо, чи, можливо, необхідно просто знати, що якщо тобі цей вітамін не підходить, то його використовувати не можна? Можна і так, совершенно вірно. Якщо ви знаєте, що у вас є вже определена алергічна реакція на якийсь інгредієнт, ви завжди повинні, я вас завжди учу і завжди к этому призываю, читайте состав перед тем, как купить какое-либо косметическое средство. Если вы видите, что в составе есть какой-либо ингредиент, для вас являющийся аллергеном, ни в коем случае его не покупайте. Если все-таки у вас есть какие-либо сомнения, или вы вообще аллергичный человек, тогда, конечно, нанесите на тыльную сторону руки маску, либо какое-то другое косметическое средство на 15-20 минут и дождитесь. Если нет аллергической реакции, значит, оно вам подходит. А щодо витаминных масочек, можно придбати их в аптеке. А ось я читала, что много блогеров зараз
зараз пропонують брати просто вітаміни і наносити їх на шкіру. Той самий вітамін А і Е наносити на шкіру і чекати, поки буде приголомшуючий ефект. Що ви можете з цього приводу сказати? Можна, да. Я теж зараз рекомендую, коли вот особливо у дівчинок після зими з'являється навіть дерматит, настільки вот кожа становиться обезвоженою, пересушеною. Я теж рекомендую в аптеках покупати жидкий вітамін Е. Візьміть звичайний крем, добавте туди кілька капель вітаміна Е і нанесіть його собі, і ви отримаєте потрясаючий влажний. Тобто необхідно не сам вітамін, а спочатку розвести його у... Да, потому что, смотрите, можно и сам витамин Е, можно также купить сыворотку, допустим, гиалуроновую, с гиалуроновой кислотой, но это всегда косметические средства, в которых идет очень большое содержание активного вещества, чтобы вы не усугубили ситуацию. Такое средство, вот сыворотку, мы наносим буквально на безымянные пальцы, пальчики несколько капель и внедряем, вот как горошинки, внедряем в свою кожу. Но чтобы не было переизбытка, лучше вот все-таки, да, под крем или с кремушком. Оксаночка, хотілося б ще також дізнатися, ось взимку ми боялися холоду, вітру, перепади температур, а ось чого необхідно боятися навесні і чого остерігатися? Конечно, пришла весна, и мы с вами, конечно, мы солнцу очень рады, мы его очень любим, солнце, ну, это всегда какие-то красивые краски весной появляются в жизни, но в то же время я вас призываю защищать свою кожу от ультрафиолетового излучения, нужно немного бояться солнышка. Поверьте мне, пока вы, вот, девушки, если смотрят этот эфир, 20 лет, вы очень красивы, вы обаятельны, ко мне приходят, ну, просто модели на приемы, действительно, я рекомендую начинать уже сейчас защищать свое лицо и ухаживать за ним. Потому что, милые девушки, милые женщины, когда вам наступит 30, 40 или 50 лет, вы также будете себя ощущать молодой и красивой. Поверьте мне, стареть не хочется ни в каком возрасте. Я думаю, вы со мной согласитесь. Я думаю, что сонечко может негативно не только повлиять на нашу шкіру, а и викликати те, чего остерігаються все девчата. Это веснянки, какие-то пигментные плямы. І це також не дуже приємний момент. Не дуже приємний момент – це раннє фотостаріння, тому що сонце негативно сказується на нашу кожу, оно її, сонячні лучі пересушують кожу, і з'являються ранні морщини. Тому, милі дівчатки, починає з ранньої весни, от уже активне сонце з'явилось, пожалуйста, покупайте собі на день крем з ультрафіолетом, з SPF-фактором. SPF-фактор – це сонцезащитний фактор, який захистить вашу кожу від сонячного ультрафіолету, этого воздействия. И перед тем, как выйти на улицу, пожалуйста, наносите себе крем на лицо с SPF-фактором. Що ж, я думаю, що ваші поради є корисними для наших телеглядачок. Можливо, зробимо якийсь невеличкий комплекс порад. Перша, друга, третя, на що необхідно звернути увагу у весняному догляді, щоб підсумувати все. Итак, первое мое правило. Весной мы начинаем пользоваться увлажняющим кремом. Приобретите себе увлажняющий крем, допустим, с витамином Е или с витамином А. Второе, это мы начинаем витаминизировать свое лицо, помогать ему извне. То есть приобретите, пожалуйста, в домашний уход маски с витаминными комплексами. Ну и третье, это обязательное правило. Мы защищаем свою кожу от солнечного воздействия. Поэтому каждый день вы утром, выходя на улицу, должны наносить на лицо крем с SPF-фактором. Що ж, я думаю, що наша наступна зустріч буде присвячена саме цим кремам з SPF-фактором, а також як доглядати за шкірою в період активного сонечка. Дякую вам. До нашої студії завітала косметолог Оксана Мігіда.